Запад хочет покончить с политикой конфронтации и вести прямой диалог с Россией. Об этом в интервью итальянской газете «La Repubblica» заявил глава дипломатии ЕС Федерико Могерини. Политик отметила, что сейчас большинство стран, от Канады до Японии, заинтересованы в улучшении отношений с Москвой и намерены обсуждать роль, которую наша страна может сыграть в решении кризисов на Украине, Ближнем Востоке и в Ливии. Также дипломат обратил внимание на интересную деталь. В последние месяцы торговый оборот между Россией и Европой ожидаемо сокращается, а вот между Москвой и Вашингтоном, напротив, как ни странно, растет.